Всем привет, друзья! Пожалуйста, подпишитесь на новый канал, ставьте лайки или дизлайки и поделитесь вашим комментарием. Певицу Аллу Пугачеву и ее мужа, шоумена Максима Галкина, могут лишить израильского гражданства, сообщил местному телеканалу 13 TV бывший руководитель консульского отдела «Натива» Ханан Ахитов. Причиной этого может стать то, что пара исповедует христианство, а не иудаизм. Благодаря мужу, у которого мать еврейка, им разрешили эмигрировать в Израиль. Но муж обвенчал ее в церкви, и я даже видел на венчании, что он приколол икону Иисуса к груди. Он также сказал, что он принял христианство, поэтому по закону о возвращении они ничего не заслуживают, пояснил Ахитов. По израильским законам, иудеи, осознанно сменившие веру, лишаются права на репатриацию, добавил он. Ахитов также отметил, что порядка половины репатриантов, прибывших в Израиль в течение последнего времени из РФ, не остались на территории государства и вернулись в Россию. Всем привет, друзья! Пожалуйста, подпишитесь на новый канал, ставьте лайки или дизлайки и поделитесь вашим комментарием.